Я бы улетел с тобой, не брав парашюты. Убрался с тропки на часах, не считая минуты. В этой малышке столько секса, меня без попутал. Меня так манят, как кусаешь мои губы грубо. Мы разливаем по бокалам самый лучший сорт. Ты мне пишешь смс, XOXOXOXOR. Самый сладкий сон, самый сладкий дым. Тут так много давно, мне нужна лишь ты. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. Потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. Тише, тише, ты все ближе, ближе. Люблю и ненавижу, я люблю и ненавижу. С тобой никого не слышу, никого не вижу. Наша любовь все выше, поцелуй ниже. Но ты перевернула вверх дном. Я тупо забыла обо всем. И мысли теперь об одном, yeah. Но ты самый крепкий мой алкоголь. Выпиваю, запиваю тобой. И мы поезжаем домой. Я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. Ребят, всем большой привет! Это уже по ходу традиции здороваться в конце кавера. Меня зовут Раиль Арсланов, и спасибо вам за просмотр. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если хотите получить полный разбор этой песни, ставьте лайк. Набираем 1500 лайков, выходит разбор на эту песню. Покажу, как играть все бои, которые я использовал, все фишки, а также покажу, какие ноты петь в голосе. То есть это можно встретить не у всех. Для тех, кто впервые увидел мой ролик и вообще не умеет играть на гитаре, но хочет быстрыми темпами научиться играть на гитаре, в описании под видео есть ссылка на мой самоучитель игры, который называется «Освоим гитару за 7 дней». То есть быстрыми шагами сможете научиться играть на гитаре, пройдя данный курс, и уже приступить к исполнению вот этих самых клёвых новых современных песен. Не забывайте подписываться на Хижину Музыканта. А я с вами прощаюсь, ребята. Всем до скорых встреч. Пока.